Красногорске прошел очередной эко-двор. На этот раз активисты раздельного сбора открыли прием на улице Успенская. На переработку принимались макулатуры, упаковка тетрапак и пластиковые крышечки, средства от реализации которых пойдут на покупку детских инвалидных колясок. Новшеством этой акции стал сбор электрохлама. Сдать можно было старые мобильные телефоны, ноутбуки, микроволновые печи и прочую технику. Вообще в нашей стране отсутствует система сбора электробытовых приборов сломанных. А между тем, они содержат огромное количество полезных материалов, в том числе металла, но также и опасных материалов. Например, старые телевизоры могут содержать ртуть. И очень плохо, если это все окажется на свалке. Следующий эко-двор в Красногорске пройдет в апреле, а дате и месте проведения сообщат заранее.